На рождественское богослужение в красноярских храмах собрались сотни верующих, несмотря на коронавирус. Людей, впрочем, было меньше, чем обычно, и почти все носили маски. Дело в том, что в епархии заранее обратились к прихожанам и предложили смотреть литургию по телевизору или в интернете. Главная служба Красноярска проходила в храме Нащёрса. В ночь с 6 на 7 января митрополит Пантелеймон возглавил крестный ход вокруг храма и провел литургию. И да поможет нам Господь дальше двигаться к процветанию во Христе Иисусе, процветанию в законе Божьем, достигать новых человеческих высот благоразумия и благородства –